Рад видеть вас на нашем канале. Сегодня расскажу вам о относительно молодом направлении садового декора в России – украшении крышек канализационных люков. Скульптурная мастерская «Хитсад» создала целую серию декоративных крышек, призванных сделать ваш сад еще более привлекательным. Они служат для маскировки канализационных и водопроводных люков и даже различных неровностей садового ландшафта. Материал, из которого изготовлены декоративные крышки люков, стеклопластик, открывает новые горизонты перед скульпторами. Ведь он может принимать любые формы, от камня до сказочных персонажей. А его характеристики оставляют далеко позади ближайшие аналоги из дерева и гипса. Вы только представьте, устойчивость к дождю, морозу, снегу и ветру позволяют не беспокоиться о сохранности фигуры. Вы можете не износить ее на зиму в помещении. И более того, если вам вдруг в феврале понадобится проверить технические коммуникации, то вы всегда можете найти колодец по выглядывающей из сугроба верхушке крышки люка. Давайте посмотрим топ-3 самых популярных моделей по результатам опроса посетителей сайта HitSad. Третье место. Второе место. Первое место. Вы можете заказать понравившуюся модель прямо сейчас, по самым низким ценам от производителя. В следующем видео я расскажу вам о декоративных крышках, но уже на септике. Не хотите пропустить? Подписывайтесь на наш канал. Жду ваших вопросов в комментариях. Пока!